Hey, всем привет, друзья, с вами Дима Моисеев. Я сегодня поиграю в игру под названием Geometry Dash. Думаю, из вас ее многие знают. Ну, или не многие, не знаю. В общем, классная игрушка. Сразу говорю, она сложная. Вот я сейчас в нее как раз-таки и поиграю. Вот, как видите, я здесь прошел первый уровень. А две монетки. Хочу третью взять. Так, если же быть очень осторожным. Потому что если тут проиграть, то все начнется заново. В общем, реально эта игра классная. Это тем, что тут на каждом уровне классные музыки играют, так сказать. Классные мелодии, вот. Этот уровень я проходил самый изичный здесь вообще. Его пройти тут ничего не стоит. Теперь мы на корабле летаем. Ну, я думаю, каждый, кто играл, правда, фанат Geometry Dash, он по-любому проходил первый уровень хотя бы. У меня сейчас установлена Geometry Dash World, я ее всю прошел. Она у меня такая, она у меня не полная, но вот эту неполную я ее всю прошел. Так, тихо-тихо, вот здесь надо быть аккуратнее. Вот эти вот тройные колючки, вот я их ненавижу. Вот они все портят. Вот это там два раза будут такие вот тройные колючки попадаться, вот это самые уродские, это просто самые уродские места. Тут. На этом первом уровне. Музыка реально подбадривает. Прям стимулирует. Типа, Димон, давай, иди играй. Игра типа такая еще говорит. Ну, я верю, что ты пройдешь, ты справишься. Давай. Музыка реально прям офигенная. Такая вот, дай. Осторожно. Ну, корабль, в принципе, управлять несложно. Так. Вот раньше она у моей подруги была на этом телефоне, и давала мне она поиграть в нее. Вот я тогда впервые в нее начал играть в эту игру Geometry Dash. Тихо. А знаешь что? Ну, в пень, короче, эти колючки. Вот это. Ну, этот уровень, короче, пойдет. Я его хотя бы до две этих прошел. Монетки. Здесь такой вот веселый смайлик. Это самый легкий изичный уровень, где такие вот смеющиеся смайлики. Ну, этот попробуем пройти. Этот я тоже, кстати, когда-то проходил. Но это было давно. Здесь музыка ничем не хуже, кстати. На этом втором уровне. Он называется Back on Track. Как этот я пройду? Я еще не знаю. Ту-ру-ту-ту-ту. Надеюсь, она меня не заглушает, эта музыка там. На видео. Ту-ру-лю-тун. Ля-л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 я
Главное не зафейлиться. Там вот монетка, я еще не совсем понимаю, как ее достать. Вроде куда-то упасть надо. На шпы, понятное дело, так здесь аккуратненько надо. Вон там монетка еще одна, но я не буду рисковать, не полезу ее доставать. Я знаю, на ютубе есть одно видео, где прям вот мужик пацан, или кто там, не знаю, кто-то проходил, прям он все уровни со всеми монетками прошел, даже демонов. Почему без провалов? Тут я офигел, конечно. Так, что подлагивать, не понял. Так, а я до сюда доходил? 90% почти прошел. Может получится, не знаю. Может сейчас я пройду этот уровень. Потом его буду пытаться на монетке пройти. Потому что я знаю, что там за 10 монеток... Ладно, потом буду мучиться. Я вот знаю, что там за 10 монеток откроется уровень демон один. Демона я, скорее всего, не пройду. Да по-любому не пройду демон, это очень сложно пройти. Так, ладно. Пойдем на третий уровень. Здесь уже такой вот смайлик, он зелененький, он просто улыбается. Он уже не смеется, как вот этот вот, который ржет во все горло. Это значит, что этот уровень уже посложнее. Полгейст. Очень классный уровень. Тут музыка офигенно играет, просто одна из моих любимых. Так, тихо, давай. Похоже на... Вот вначале она похожа на какую-то... На какую-то музыку джунглей. И цвет уровня приятный такой вот, зелененький. Как будто реально какие-то джунгли. Все вроде в названии там есть это, слово polar.
Полар это полярный. А полярный это связано с холодом. То есть такое это к джунглям этот уровень вообще отношения не имеет. Как же мне до этого фартило? Давай. Да, может сейчас получится. Я же как-то прошел там на 49%, что ли. Может, конечно, да, я знаю, тут с попытками всякими потренироваться, я потом покажу, что это такое. Ох, началось. Розовое все уже. Я была зеленая. Прыгай. Так, здесь надо быть очень аккуратным. Чтобы вот в такие вот астероиды типа не врезаться. А прямо на пути стоял. Тихо! Та-та-та-та-та-ра-ля-ля. Не сочтите меня за дурачка, но... Ну, хотя бы рекорд побил, короче. Ладно, нафиг этот уровень. Да, Polar Geist. Geist — это похоже на слово guest. Типа полярный гость, хотя это слово вместе собрано. Так что, забудьте, что я сказал. Перейду-ка на этот уровень. Day out. Или dry out. Вроде это засуха переводится, не знаю. Но dry — это сухой. И вот такая музыка играет. Вот такой красный этот уровень. Ты как мог умереть на этих шипах, монстрик? За которого игра тут. Да что ж не так-то? Давай не в виде елового кубик. Ну, тебя можно, конечно, кубиком назвать. Да ёшкин кот. Чё тебе надо-то? Чтобы я не болтал? А я не могу не болтать. Мне будет скучно смотреть, если замолчу. Ладно. Ой, здесь уже все прям потемнело так. Главное запись не остановить. Ладно, полазили на этом уровне. Так, base after base. Здесь у нас чего? Я знаю, что прекрасно, что чего тут. Я уже проходил. Ну, я его не проходил на 100%, но лазил на этом уровне уже. Так, тихо-тихо. Аккуратненько надаю. Так, сон, давай. Ну, невозможно мне не издавать такие звуки под эту музычку. Куда я попал? Стой! Там монетку можно было взять, но я пока что плевать вообще на эту монетку. Я дальше второго уровня никакой не проходил. Никогда в жизни. Потому что я здесь нубас. Такс. Без музыки, конечно, это был бы не Geometry Dash. Это была бы игра, похожая на Runner. Бесконечный, хотя нет, здесь он конечный. Да ё-моё, давай-давай, может уйдём сейчас далеко? Я не знаю. Как же ненавижу здесь подыхать. Это реально кошмар. Так, сюда. Главное не отъехать. Здесь очень обидно помирать. Особенно, когда ты так далеко прошел. И то каким-то чудом. О! Блин, зачем я там прыгну? Ладно. Кстати, здесь смотрите, какие смайлики уже пошли. Здесь уже грустные желтые пошли. Это уже сложный уровень. Это нормальный? А это сложный. Ой, тихо. Can't let go. Это уже реально пошли сложные уровни, кстати. Первые 5 еще более-менее, хотя бы на большой рекордик их можно пройти. А вот это уже все, пошел капец полный. Давай. Не хочу. У меня уже взбесил, понятное дело. Джампер. Вот это что-то мне напоминает игрушку, знаете, такую тоже трудную. Флэппи Бёрд. Очень сложную тоже игру. Да ёшкин, зачем я там прыгаю, я не понимаю. Вот кто-нибудь мне скажет, зачем я там прыгаю.
Никто, потому что это сам у себя спросить должен. Тихо. И сейчас шишку на лбу набью, если буду себя бить. Так, ладно. Давай. Та-ля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 . Музыка прикольная тоже здесь играет. Та-та-ра-та-та-та. Нафиг. Фиг, короче, его тайм-машин. Машина времени. Я слышал полную... Тихо. Я слышал полную версию вот этого вот музла, которая тут, которая тут играет. Вот, полная версия реально прикольная. Хоть и начало уже не очень. Так, не хочу. Это какой-то тоже дебильный уровень. Я его всего на 11% прошел. Кстати, здесь уже вот такой злой смайлик. Это еще сложнее уровень. Циклы. Насколько я смогу пройти? Понял. Насколько? И X-тип. Вот начало у этого уровня легкое. Тут просто делать ничего. Теперь мы за шарик этот играем, который на ежика похож. Блин, упал маленько. Вот где реально капец начнется, так это я сейчас скажу где. Скажу и покажу. Это в самолетике идиотском. Когда я успел новый рекорд побить? Подожди, ну я как-то там вроде немножечко продержался. Так, вот шар это еще не сложно. Но корабль это трудно уже, да. Ну нафиг. Короче, допустим, я тоже как-то прошел. Смотрите, вот практик мод, это тут его на 37% прошел. Сейчас покажу, что это за практик. Музыка здесь не очень, конечно, играет. Короче, тут такие вот чекпоинты будут оставаться. Ну, я думаю, вы все знаете прекрасно. Ну, куда, интересно, так уйду? Давай. Блин! Нифига себе улетел! Ну-ка! Стой. Ну-ка. Может, у меня сейчас фартанет. Я надеюсь, конечно, опять подглючивает что-то маленькое. Всегда вроде FNAF козёл подводили меня. А тут еще и это подводит. Борзей, игра. Я не хочу сейчас лезть вот в этот вот приложение, которое отдаленно походит на Nox Cleaner. Нифига себе улетел! Ну-ка. Блин, вы издеваетесь, что ли? Давай, у меня же как-то получилось это. Я быстро. Прошу прощения, я бегал дверь закрывать. Закрыть ее забыл. Так, ты... Блин, ну последний раз. Может еще раз, может получится вообще долечу до финиша. Музыка здесь тоже очень классно играет, кстати. Ну, судя по тому смайлику, который я там... Ну, нафиг, короче. Судя по этому смайлику, конечно, я смотрю, он очень сложный. Но я же на 27% его как-то прошел. Как я это сделал, не понимаю. Ладно, буду на этом заканчивать. Если хотите вторую часть, где я продолжу вот проверять вот эти все уровни, которые там дальше идут, то ставьте лайки, пишите в комментариях, хотите ли вы этого или не хотите. А с вами был я, Дима Моисей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих видео. Всем удачи и всем пока.